Дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы на канале «В гостях у Аннушки». Сегодня у меня топ 10 красивых булочек. Работать я сегодня буду с дрожжевым сдобным тестом. Приготовление этого теста уже есть на моем канале. Вот вверху подсказка, также будет ссылка в описании. Булочки из этого теста получаются очень вкусными, воздушными, мягкими, как пух. Дальше, друзья, следите за руками. Всем желаю приятного просмотра!
Друзья, для того, чтобы ваши булочки получились мягкими и воздушными, им обязательно нужно дать хорошо подняться в теплом месте. При этом накрыть пленкой или полотенцем. После того, как они поднимутся, смазываем взбитым яйцом и отправляем в хорошо разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем булочки в середине духовки до легкого румяного цвета. Не пересушивайте булочки в духовке. Как только низ и верх подрумянились, булочки готовы. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вариант булочек вам понравился больше. Спасибо, что были со мной. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много интересного и вкусного. До новых встреч!